Ну вот у нас и дождик пошел. Радуга все так же на месте. Знаете, вот так смотришь через телефон, это совсем не то. А в глаза вообще класс, сиреневый, синяя, желтая, красная. Там еще какой-то цвет. Такой прям еле розовая. Посмотрите, какое облако над нами. Вообще класс. Вот тучка наша. По-любому сейчас из-за нее дождик начался. И вот, вот радуга. Ой, как красиво. Ну вот она. Где-то половина ее должна быть. Если видно будет, конечно. Посмотрим. Хотя навряд ли. Это может быть начало здесь, а конец уже очень уже может быть далеко. За сколько-то километров, как говорится. Нет, нет, видите? Да, сегодня 15 августа. Посмотрите, кругом у нас еще зеленая трава. Все красиво. Так слабый, слабый, такой легкий, такой, как будто дождик идет. Как будто вот именно. И вот радуга, пожалуйста. Август месяц, до сих пор зеленая трава везде. Вот такие дела. Смотрите, какая у нас красота. Это мое любимое местечко. Присела. Пожалуйста. И весь красивый обзор перед глазами. Какая красота. Вот березка. Знаете, вот. Вот радуга, пожалуйста. Трава все еще зеленая. Там дальше уже вот, смотрите, сейчас покажу вам. Вот тут дальше желтая трава. Уже желтеет, естественно, местами тоже. А вот тут вот рядом домов зеленая травка. Вот так как-то. Ой, как красиво. Радуга. Я помню, в детстве говорили, кто на радугу. Если девочка на радугу залезет, например, допустим, если достанет, то будет мальчик, мальчика залезет, будет девочка. Это нас еще в детстве нам говорили. Не знаю, правда, неправда. Так что вот, всем пока.